сортировщик российских рублей и копеек, работающий со скоростью 300 монет в минуту. В этом обзоре посмотрим на сортировщик монет от фирмы Касида, модель C100. В комплекте с устройством идут сетевой шнур, инструкция и гарантийный талон на год. Устройство средних размеров, занимает 34 см в ширину, 30 в высоту и 26 в глубину, весит почти 4 кг. Работает прибор от сети, корпус выполнен из пластика, устойчивого к царапинам. В передней части устройства расположена панель управления с кнопками и дисплеем, а позади нее лоток для загрузки, рассчитанный на 2000 монет. В нижней части 8 лотков для отсортированных монет общей емкостью 2400 монет. Устройство может пересчитывать как старые монеты, так и новые юбилейные 10-рублевые монеты. Работает прибор только с рублями и копейками. Скорость сортировки достигает 300 монет в минуту. Отметим, что это первая модель офисного сортировщика монет, появившаяся на российском рынке в 2007 году, и ее принимают в крупных торговых сетях. Подведем итог. Этот сортировщик поможет быстро распределить монеты одного номинала по 8 ячейкам. Для управления есть кнопочная панель управления с дисплеем. С работой на этом приборе легко справится любой сотрудник. Скорость пересчета 300 монет в минуту. Подойдет для использования в кассах розничной торговли и кассах сферы услуг.